Привет! С вами снова я, Ася. Кстати, в этом доме мы жили в прошлом году в Лебедевке. А сегодня мы идем в лес. С лесом связано много разных мистических событий. Именно в лесу снято много фильмов ужасов. Но так как я не боюсь, я иду в лес. Вот этот отельчик. На нем есть вывеска «Мест нет». Вот тут есть детская площадка и стол для бильярда. В принципе, все с удобствами, но мест нету. И, как я уже сказала, один минус – кухня на всех одна. Качельки, как бы для детей, это очень хороший вариант. Столики, мангал есть. Вот и здесь, в этом отеле Бессарабия, мест нет. Все его отдыхающие ходят на базу отдыха «Жемчужина», питаются там в столовой, а не в этой маленькой кухоньке. Вот Лебедевка, тут стоят большие дома. Мы сейчас идем на базарчик покупать разные вещички. Тут на каждом дереве практически висят вот такие таблички. Сдам комнату, сдам домик, сдам квартиру. И номер рядом, чтобы, если что, вы могли позвонить, если вас заинтересовало это объявление. Таких счетов и объявлений очень много. На них написано разные названия базы отдыха, Ривьера, оздоровительный центр с минеральной и лечебной водой. Боже, как мне здесь нравится! Это самый главный магазин в Лебедевке, самый большой, где много продуктов. Магазин «Парус». Встречайте! А мы идем на базар. Продолжаем. Вот еще одна турбаза, «Золотой колос» в самом центре, самый центр. Это тоже в самом центре. Напротив колоса? Да. И напротив паруса? Да. А тут идут вот такие прилавки со всякими фруктами, овощами, едой. Это дом отдыха Нива. Он в самом центре, очень удобно, если ты здесь живешь. То удобно ходить на базарчик, на море рядом. Мне тяжело, не могу так держаться. Куда оставляем его? Это база отдыха «Восток», тоже в самом центре. Картошку тебе будем брать. 3060. Мне бы какую-то сумочку. Это тоже центральная улочка, которая ведет прямо к морю. Маша, мою водичку какую-то такую же лет. На этой улочке есть несколько кафе, где есть Wi-Fi, где можно заказать себе что-то покушать, завтрак, обед, там какую-то пиццу, картошку фри. Есть и несколько магазинов продуктов. Есть кафе «Минутка». Есть кафе «Бродвей». А вот здесь, кстати, очень неплохая пицца. Мы ее заказывали, такая нормальная, вкусная. Да, и чего ты села сюда? А давай я понесу твой кубик лучше. Сейчас идем в магазин. Вот что, на базаре. У меня тоже алкоголь.
разные виды конфет. Мы уже устали ходить, ну Тая не устала, она хочет еще что-то покупать, как всегда. Ну, я устала, мы хотим уже домой, пообедаем и пойдем на море. Да, Тая? Да. Всем пока! Подписывайтесь на наш канал! Мы идем вдоль базы отдыха «Одиссей». Мы сначала хотели сюда тоже приехать, но нам, видимо, условия не понравились, и мы поселились в другом домике. Ася, а зачем ты борщ? Давай сюда положим, а в сумку? Так больше. Ничего не потеряли? Яшка, ты можешь осинку запрещить? База отдыха «Одиссей». Это у нас база отдыха «Жемчужина». Через эту базу отдыха мы ходим всегда на море. Мы пойдем в частный сектор, где мы сняли домик рядом с «Жемчужиной». Это мой любимый домик, где мы жили в прошлом году. К сожалению, сейчас там мест нету, и на втором этаже для Таечки опасно, поэтому мы сюда и не приехали. Жаль. Вот в этом доме мы жили. Не очень. Ладно, еще немножко. Тут есть второй спуск, это тоже центральный спуск, мы пока не знаем, к кому он ведет, наверное, где-то возле магазина «Паруса», но пойдемте проверим. Сейчас будем подниматься, вот тут такая деревянная лестничка. Купила вертушку. Было два выбора, розовый и зеленый. Она выбрала зеленый. Видимо, ей такой цвет больше нравится. Не надо шутить! Домой! Не надо. Хорошо. Ну что, да? Сейчас мы идем в кафе. Вот.
вон там море, спуск, по которому мы спускались. А вон Тая со своей вертушкой, разверни ее так, чтобы было видно. А, не трогай! Чего ты кричишь? Моя! Ну, вот так, мы в Лебедевке. А это центральный Бродвей. Да. Мы покупаем обычно продукты. Сейчас дедушка туда пошел закупать мясо, чтобы завтра жарить шашлычки, и мы все это снимем. Вот такой обычный магазинчик. Как может быть в Лебедевке? Там еще есть один магазинчик «Парус», но мы сюда пришли сюда. Это центральный Бродвей, там кафешка, в которую мы сейчас пойдем. Мы сейчас идем выбирать мороженое, потом закажем картошку фри и еще что-то. Куда пошли? Где она там? Тая! Куда пошла? Куда иди? Картошки еще нету. Где моя картошка? Я требую сейчас.